уважаемые коллеги и, видимо, единомышленники. Вот. Я по профессии врач, зовут меня Смагина Людмила Ивановна. Вот. Первая моя специализация — гинеколог, и я, в общем-то, и работаю по этой профессии. Поэтому результаты у меня разные. Вторая у меня специальность — иглотерапия, поэтому и вот с этой стороны, с разными проблемами здоровья, люди тоже обращались ко мне и получили помощь. Многие люди работают с цилиндрами много лет, почти столько же, сколько и я. Я познакомилась с цилиндрами приблизительно где-то в 2000 году. И вот, собственно, до сих пор работаю с этим прибором. У нас в городе Челябинске достаточно много людей, которые пользуются этим прибором и которые, в общем-то, имеют хорошие результаты. Вот. Ну, в интернете, на сайте Владимира Павловича Ковтуна, это изобретатель этих приборов, он себе не присваивает как бы первенство. Это вообще прибор, который очень давно существует на Земле. Вот. Даже следы его найдены во времена лемурийцев и, в общем-то, атлантов, во времена Атлантиды. Поэтому, как бы он ни говорит, что это он придумал этот прибор, но он его воссоздал очень удачно. Сделал доступным для людей, создал производство, это очень много. Владимир Павлович Ковтун – это наш российский ученый, который живет под Санкт-Петербургом, в городе Пушкин. Он кандидат физико-математических наук, в общем-то, работал в военно-промышленном комплексе. И, кроме того, он очень талантливый художник и очень талантливый писатель. Вот. Он очень много сделал для того, чтобы люди узнали об этих приборах. Поэтому вот цели там, лишь бы у нас эти приборы или у него там купили, ни у кого вообще нет такой. Они и не дешевые, во-первых, но их приобретают так же примерно, как обручальное колечко на всю жизнь. Вот. Точно так же вот и эти приборы, они настолько дорого обошлись целой семье. И целая семья работала на то, чтобы в Советском Союзе были они еще созданы, запатентованы Владимиром Павловичем Ковтуном. После того, как произошел распад Советского Союза, пришлось снова патент оформлять в России. Вот. Потом появились люди, которые хотели владеть этой технологией вот, безраздельно, не приложив ни малости усилий. Ну вот тогда Владимир Павлович, обычный ученый, я вот у него дома была, приезжала за первой партией вот этих вот цилиндров, сколько у меня в чемодан вошло и сколько денег было, столько я привезла, по-моему, где-то 40 экземпляров. И в течение полугода их разобрали. То есть вот 40-то человек точно. И потом, в общем-то, мы маленькими заказами, в общем-то, заказывали, когда люди хотели приобрести. Единственное, я не продаю эти приборы и не беру заказ у людей, если они ну, для престижа берут. Поэтому у меня берете, приходите на семинар. Семинар оплачиваете вместе с этими цилиндрами. Вот тогда я вам их расскажу и покажу, и все сделаю. А так, вот, чтобы они валялись в столе или еще где-то, мне кажется, недостойно этот прибор такого обращения. Поэтому не надо, если у вас хороший достаток, не надо их просто так покупать. Ставить где-то на стол или еще что-то, хотя это вообще польза определенная. Вот сейчас в зале они стоят вокруг бутылочек с водой, вы видите, да? Вот это уже наши организаторы попросили водичку зарядить. А так каждый из вас может подойти, уже достаточно времени прошло, и попробовать. Водичка одинаковая, вот та водичка не обработана цилиндрами, и вот это обработано, вот вкус у нее уже будет разный. Что произошло? Произошла структуризация воды. Ну, если учитывать то, что человек на 70-90, младенец, процентов состоит из воды, то наша вода, структурируясь, меняет биохимические реакции, энергетику организма и, в общем-то, дает другое состояние здоровья и самочувствия. Поэтому вот это вот очень интересное воздействие, сейчас это называется нанотехнологиями. Эта технология, она основана на правиле золотого сечения. Наверное, вы слышали уже это, да? Все нанотехнологии практически на этом и основаны. Число золотого сечения, вот
так его и не высчитали до конца, оно все время чуть-чуть меняется. Вот. 1, 618, 3, 3, и там дальше идет, и вот до бесконечности можно получать цифры. Ну, приблизительно вот оно такое. У нас в организме, мы тоже вообще-то устроены по этому же правилу. Поэтому так хорошо нам работать с цилиндрами. Вот. Вот каждая фаланга, кроме первого пальчика, сумма длины первой и второй фаланги, соотношение этой суммы к длине третьей фаланги, даст число золотого сечения. Можете проверить, померите себя, вы получите это число. Так что, если вы забыли, все всегда при вас. Взяли, померили, и вы его получите. Вот. Ну, познакомившись с этим прибором, вот организатор этого форума, Владимир Болеславович Павловский, вот, собственно, он первый мне дал в руки вот эти цилиндры. Это было в такой маленькой комнатке, где было человек 20 народу. Вот. Ну, настолько хорошо эти цилиндры оказались устроены, я просто села на стульчик, закрыла глаза, несмотря на большое количество людей, и увидела, как я стою в каком-то вот, сейчас это называется информационная сеть Земли, тогда я еще не знала этого термина, и делаю упражнения какие-то с этими цилиндрами. Потом я говорю, а что это такое? Мне говорят, да вот это такой прибор вот сделал ученый. И вот я открыла, когда методическое руководство, сейчас оно намного красивее, дополнено, тут больше информации. Но вот все эти упражнения оказались в методическом руководстве. То есть эти цилиндры, они еще сами дают информацию нам. Очищая наш организм, приводя его в гармонию, дает возможность получать информацию вот, о том, что вообще-то вот, что они несут. Ну и я так была потрясена этим прибором, что написала песню. Вот, назвала ее «Цилиндры фараона», я вам сейчас ее спою. Цилиндры фараона, удивительная вещь, прибор, что помогает жить в гармонии. Из древности весь и мудрость нам несут нам знания мир почувствовать, что вшили просторы времени для них пустят. Пришел черед, и они вновь явились. Возможно, все это совсем не так. Скорее всего, они с небес спустились, чтоб гармонию создать. Чтоб люди стали лучше творением вселенной, чтобы гармония царила на земле, и чтоб она была нетленной. Мне эти мысли музыка поет и подбирает нужные словечки. Ну что ж поделать, временной водоворот цилиндры выбросит на крылечко. Ну, цилиндры, вот я считаю, большой драгоценностью. То, что люди все-таки владеют этим вот прибором, это дает очень многие возможности людям. Ну вот мои единомышленники тут со мной, люди, которые первые тоже приобрели в городе Челябинске. Мы вот такие вот выпускали календарики. Вот видите, в 2003 году мы уже выпустили, а в 2001 съездили к Владимиру Павловичу. Стояли на выставках в центре, и, может быть, кто-то уже и знает нас, и видел. Вот. В газетах давали рекламу о цилиндрах фараона. Вот тоже тут за 2002 год, за февраль, то есть еще почти что в 2001 еще о рекламе разговаривали. Вот. Здесь вот тоже газета. Ну, то есть вот это все. Владимир Павлович Ковтун очень много дает информации об этих цилиндрах. Разработана методика оздоровления с помощью цилиндров. Эту методику разработала Татьяна Мешкова. Она тогда была кандидат медицинских наук, сейчас она доктор медицинских наук. Вот. Сегодня на базе больницы скорой помощи имени Джанелидзе травматолог делает операции после тяжелых аварий, тяжелых травм, прямо к ране подшивает вот эти цилиндры, и во время операции уменьшается кровопотеря в 3 раза, а выздоровление ускоряется в 2 раза. То есть это уже вот человек готовит материал и защищает буквально вот с
скором времени диссертацию на эту тему. Очень широкий спектр действия у этих цилиндров. Они могут очищать пространство, они могут очищать воду. Вот у меня дома мы пьем воду только вот вокруг обыкновенного фильтра барьера. У нас стоят цилиндры, вода другая. Я вам могу точно сказать. И вы можете сами попробовать. Мы вот, Наталья Борисовна, она по образованию учитель начальных классов, и она собирала детей. Детей очень трудно обмануть, как вы знаете. Мы покупали всевозможные виды воды разные, вот, и давали пробовать обработанную воду и просто. Ну вот дети сказали, что это вкуснее, это лучше, что они вот это купили. Вот. Ну и на выставках обычно даже самые такие скептики закоренелые, они говорили, ну я не знаю там, чем она отличается, но вот эту бы я еще попила, а то я больше не хочу. Вот так вот. То есть вот это вот, конечно, вот. Ну и вот, вот эта вот статья в журнале «Аквавита», российская медицина, вот она вышла тоже где-то в 2000 году, в 2001. Вот, и как раз вот Татьяна Мешкова писала «Цилиндры фараона. Новая физиотерапия». Я вот, занимаясь иглоукалыванием, могу свои результаты сказать. Если приходишь к парализованному больному без цилиндра, нужно 10 сеансов через месяц, 10 сеансов повторить, через месяц еще повторить. Вот тот результат, который получится, можно сделать быстрее. 10 сеансов, но после каждого сеанса ты делаешь еще и сеанс цилиндра фараона. Вот цилиндры фараона дают возможность в 3 раза быстрее получить улучшение и, в общем-то, восстановить функции организма. Причем восстанавливаются одновременно все функции, и речь, и двигательная функция. Вот это вот тоже очень важно. Вот. Ну, вот эта вот книга, Владимир Павлович Ковкин ее написал еще, как сказать, в 90-х, а вышла она в 2002 году. Редкая книга, экземпляров не очень много, по-моему, 2000 экземпляров. Вот. Вот такая книга у нас есть. Ну, эта книга вот у меня, как бы я ее храню как реликвию, она здесь с надписью дарственной. Вот. Поэтому, а так вообще вот эти книги можно купить и прочитать. Ну, достаточно легко читается, конечно, кроме специфических вот этих вот отделов. Ну, те люди, которые интересуются, им это будет интересно. Вот. Есть еще у спортсменов интересный результат. Вот это марафонец. Он уже в возрасте, ему тут 76 или где-то 78 лет, вот этому человеку. Он занял первое место в марафоне, вот он бежал с этими цилиндрами. И вообще он спортсмен легкоатлет, так сказать, был высокого класса. Вот. Он сказал, что намного легче бежать с ним. То есть вот если у вас появилась слабость, с возрастом это бывает, ощущение, нагружайте себя, ну, в руках держите эти цилиндры, и вы поймете, что такое этот прибор. Он даст вам возможность привести себя быстрее в порядок. Вот. Ну, это, об этом даже по телевидению вот рассказывали, как бы, вот этот вот случай. Ну, у нас еще, я тут организовывала школу работы с подсознанием, здоровья и радости по методике Валерия Синельникова. Вот. На намерение очень хорошо работать с цилиндрами. Даже если вы просто утром и вечером тратите 10-15 минут на то, чтобы вот с ними сделать зарядку в руках и встать, тут описана поза, в которую надо встать, она называется поза фараона. Взять руки в руки цилиндры и просто вот разума, здоровья себе попросить любви, здоровья, достатка, счастья в жизни, назвать себя по имени, отчеству, близким своим. Ну, очень заметно улучшается течение всех дел. Вот. Что еще интересно? Вот это вот у меня реклама, которая вот здесь вот на экране выставлена. Это я работала в Турции, мне сделали ее на английском и на русском языке. Вот. У турков я в этом году была,
У них подобный прибор сделан, но включается в электросеть. Только когда работает, его воздействие значительно слабее. Вот, когда я им показала цилиндры фараона, они все начали цокать языками и говорить: о, здорово, это лучше. Вот, то есть уже даже международное признание идет. Международное признание этого прибора идет давно. У нас в Челябинске покупали люди, которые уехали в Америку, увезли к себе домой, в Германию, увезли к себе домой, в Турцию, там есть эти приборы. Я знаю, что есть в Болгарии, в Италии эти приборы. В общем, когда начались притеснения, Владимир Палачков собрал деньги и поехал в Женеву, в Швейцарии, запатентовал как торговую фирму вот этот вот прибор с названием «Цилиндры фараона» 25-50. Поэтому для мира этот прибор открыт. Я летаю на самолете спокойно, в багаж их кладу. Если их даже открывают мой багаж и спрашивают, это что такое, вот достаточно. Я достаю на английском языке вот эту вот картиночку, показываю им. Они читают и, в общем-то... А так вообще можно еще и патент. В интернете есть этот патент, который зарегистрирован в 25 странах мира. Поэтому можно еще брать вот этот патент, и вас пропустят везде. Вот. Ну, как они устроены? Вот приборы приходят в таком виде, вот в такой коробочке. Вот. Здесь информация на диске о том, как этот прибор изготовлен, сколько, в общем-то, работы сделано. Вот. Идея пришла в голову Владимиру Павловичу Ковтуну, он живет в Пушкино, а рядом Павловский дворец. И вот он, когда он пришел в музей Павловский дворец, он увидел, что там стоят люди с палочками, с какими-то руками. Он обратил внимание и начал искать. Начал искать, литературу собирать, в библиотеки ходить. И, в общем-то, нашел информацию, что еще во времена фараонов сначала... Да это у них так вроде кусочки носилок, но зачем кусочки носилок изображать? Ну, в общем, вот он выискал информацию, что у фараонов действительно были такой прибор. Вот. Ну и вы знаете, что у них еще и другие, вот видите, тут и вот это вот головной убор, это тоже прибор, и анки, и все это тоже приборы. Вот. И я думаю, что где-то такого же плана. Вот. Вот он, в общем-то, все-таки литературу выискал, что это такое и как, что это все-таки не какие-то там просто так изображенные части каких-то предметов. Это отдельный предмет, который необходим. Причем люди, которые держали эти цилиндры, они все вот как раз находились в такой позе. Внизу цилиндры в руках, а левая ножка вперед, а правая чуть-чуть приставлена. Вот. Это называется поза фараона. В такой позе фараона идет ускорение мыслительных процессов. Ментальная сила ваших мыслительных образов увеличивается в несколько раз. Вот. Ковтун, когда зарегистрировал этот прибор, он его назвал стимулятором организма человека. Всех систем и органов. Так оно и есть, это так и происходит. Кроме того, вот здесь прикладывается методическое руководство, очень подробное, как пользоваться, пишется вот этим прибором. Здесь даже есть на диске два диска. Один об истории открытия и второй о том, как пользоваться. Прямо конкретно на видео вы можете посмотреть и научиться работать. Но поскольку диски надолго, где-то часа три каждый, вот люди все-таки не очень хорошо это делают. Поэтому я делаю семинар шестичасовой, и после этого люди пользуются. Записывают и пользуются. Вот. Дальше что еще интересного про цилиндры фараона? Вот если очень... Бывает, вы приходите в какое-то помещение, не очень приятно вам там находиться, неуютно. Поставьте в разные концы этого помещения цилиндры, через некоторое время вы почувствуете, что вам стало уютно и хорошо. То есть идет от негативной энергетики чистка пространства. Вокруг телевизора, если вас раздражает реклама,
а вы поставили цилиндры фараона, вы переставите его отключать. Несмотря на то, что там всегда громче звук и так далее, вы просто перестаете ее замечать. Она идет себе, а вы, так сказать, смотрите то, что вам интересно, а ее вы не замечаете. Вот. Ну, продемонстрировать кто-то хочет почувствовать, как вот водичка какая. Выходите, пожалуйста, попробуйте. А давайте по сравнению с другими дискураторами и другими генераторами формы. Сейчас я вам расскажу, из чего они состоят, пока не пробуют. Вот это обычная ручка, а вот это зарядка. Вот. И попробуйте и ту, и другую. Вот. Значит, два цилиндра. Один из них состоит из меди. Вот. Такой. А второй состоит почти из чистого цинка. Когда кто-то увидел рецепт, найден был рецепт на Кавказе, он думал, что не получится какой-нибудь цилиндр, очень крупный материал. Хотя нет, вот цилиндр, да. Ну как, разница есть? Нет, не почувствовали? Попробуйте. При стентировании, когда есть водитель рифма в сердце и стент, металлические части, в остальных случаях можно пользоваться этим прибором. Других противопоказаний нет, никаких. Только всего два противопоказания. Протезы искусственные, бедро, колено. Если они не металлические, ну, это тоже это можно, все равно можно. А там нет, не происходит. Видите, в сердце из-за чего нельзя? Потому что нарушается водитель ритма, может произойти замыкание. Здесь ничего не будет, здесь будет улучшение идти. То есть все остальные протезы разрешены. И даже в черепной коробке, если пластина, тоже разрешено. А вот в сердце нет. Только вот в сердце. Что-то вы про пальцы сказали, что-то вот так, я отпустил момент. Что его можно держать или нужно держать? Возьмите, возьмите в ручку. Вот, нет, вот в правую руку берется. Давайте вот. Вот в правую. Демонстрацию сделаем. Мы сейчас сделаем. Ложитесь кто-нибудь, и я вам проведу демонстрацию. Давайте. Вот сюда ложитесь. Я покажу, как вообще вот я с больными работаю просто. И со здоровыми вообще тоже, если человек не очень хорошо себя чувствует, можно оказать помощь. Нет, просто ложитесь на этот самый. А вы скажете, где вас найти? Я дам свои визитки и вот книги, сейчас я еще своих помощников. Поддержи, пожалуйста, в правую руку берется медный цилиндр, в левую руку цинковый цилиндр. Медный цилиндр и цинковый цилиндр, они полые, очень тонкостенные, поэтому нужен токарь высокого класса для того, чтобы сделать такой стаканчик. Медный цилиндр заполнен графитом. Цинковый цилиндр, вот вы попробуйте, он тяжелее. Вот, он чуть-чуть тяжелее. Цинковый цилиндр заполнен графитом и минералами послойно. Соотношение слоев, длины цилиндра, диаметра и толщины все соответствует числу золотого сечения. 1,618 и так дальше. Вот. Для того, чтобы особенно не приставать к человеку, вот вы взяли в руки цилиндры, какие-то ощущения чувствуете?
какое-то покалывание. Вот, но это чувствуют не все. То есть я понимаю, что тут люди не просто так собрались, которые с энергетикой работают. Поэтому вы чувствуете. А есть люди, которые ничего не чувствуют. И стоять полчаса, и вы спрашиваете их, а вы что-то чувствуете или нет, совершенно нет смысла. Поэтому вот я пользуюсь маятником. Вот сейчас маятник работает. Пока он не остановится, идет балансирование энергетики. То есть они приводят энергетику в баланс. На этом уровне. Вот, остановился. Все достаточно, можно не выспрашивать ничего. Теперь вот этот вот цилиндр медный кладется под копчик, крестец между ягодичками. Вот этой голограммой вниз. Видите, здесь нет голограммы, а здесь есть. Пожалуйста, вниз вот этой голограммы. Угу. Так, ладошечка открывается наружу для свободного движения энергии. А вот цинковый цилиндр, давайте сюда его с вами вместе, где у вас косточка лобковая, ставьте на лобковую косточку, вертикально, перпендикулярно. Тоже голограмма вверх. То есть там вниз, это вверх, они открыты и работают. И тоже точно так же. Вот мы начинаем смотреть. Когда закончится? У человека тоже, вот, который чувствует свою энергетику, он чувствует ощущения в области таза. Вот. Холод. Угу. Прохладно? Пульсации нет? Мат еще холодный. Не-не-не, мат не холодный. Надо обследовать простату. Должно быть не холодно. Чуть-чуть на два пальца поперечных выше, прям в складочке. Вот это вторая позиция. То есть уже она третья. Первая в руках, потом вторая, третья позиция. Сейчас дальше. То есть идет почакровая обработка. Энергетическая система никогда не меняется. Обзывай это чакрами, энергетическими центрами, да как хочешь. Оно все равно так же продолжает быть. Вот. Поэтому основными вот этими вот пунктами пользуются и здесь. Вот все, остановилось. Теперь дальше. Пуп. На два пальца ниже пупа. Нет, нет, нет. Вот, на два пальца ниже пупа. Особенно прорабатывать вот эту область на два пальца ниже пупа и на два пальца выше лобковой кости. Это называется еще детородным каналом. Если проблемы есть у женщин, у мужчин с этой частью, вот это обязательно надо обрабатывать. То есть при других проблемах вы можете проскочить, если тут все хорошо. А вообще вот об этом знать. Ну вот я, поскольку гинеколог, и ко мне женщины обращаются со своими проблемами и заболеваниями, много очень сами себе помогли, работая с этим прибором. Вот. Ну я, правда, комплексное лечение провожу. Даже при тяжелом гормональном бесплодии, в общем-то, наступают результаты. И при нарушениях цикла тоже идет результат. Нормализуется цикл, и все приходит в норму. Вот видите, там не так долго крутился маятник, здесь дольше. Значит, вот обратить внимание на кишечник. Это область еще и толстого кишечника. Теперь подложечная область вот сюда. Угу. Ну, большая часть людей у нас чувствует в этой области пульсацию и тепло. У вас как? Ну, пошло. Вот, то есть, ну, это, вот это самое такое ощутимое, но мы зашорены нашими определенными знаниями советского времени, там еще что-то. Особо совестливые люди, которые как бы больше хотят для других, чем для себя, у них здесь всегда блок. И вот этот блок начинает уходить, и ощущение пульсации, и даже видно, видите, подпрыгивает. Ну, я понимаю, но это ваш пульс. Вот, вот. Но сначала он не подпрыгивал, а потом начал. Теперь вот область кардиальная, межсосковая линия на перекрестке средней грудинной, сердечная чакра, если говорить языком эзотерическим. Вот здесь тоже, и вот тоже здесь постепенно начинается пульсация, усиление ее, и тепло тоже.
Так, вот остановился. Теперь горловая чакра. Берем на прям вес, представляете? Вы знаете, переверните ручку, она вот так удобно. Чем больше поверхность соприкосновения, тем лучше, в общем-то, вот от сеанса результат. Да, можно под локоть подкладывать еще что-нибудь, чтобы вот. Ну, это недолго. У людей с заболеваниями дыхательной системы, хронические бронхиты, астматические бронхиты, они тут нужно, чтобы подольше постояло, потому что дольше будет двигаться маятник. Вот им можно под локоточек что-нибудь подложить, чтобы они неудобства не испытывали. А здесь недолго. Теперь вот сюда. На область третьего глаза. Вот. На вот это место, на родничок, никогда не ставят цилиндры, не нужно. Потому что очень большой поток может повредить гипоталяму, гипофизарную область энергетически. Не нужно этого делать. Формирует очень мощный поток энергии эти цилиндры. Ладошечку кверху кладите, в паховую область поочередно мы складываем, вот. В правую, в левую. Вот теперь. Ладони обязательно открыты для свободного продвижения. Ну и вот вам я могу сказать, что такое еще попутно идет диагностика области, разное время вы видите движение вот, в определенных областях. И еще вот, один человек легко держит ручки, они у него легко открываются, а другой человек, ну, в общем-то, под голеностоп, но он немножко низковато лег, ничего. Вот. И закрывание вот этих вот ладошечек заворачивания говорит о том, что у человека очень мощно работает программа нежелания жить. Он уже готов с этим миром не взаимодействовать. И с ним надо еще и работать психотерапевтически. Потому что он никогда не выздоровеет ни от какой болезни, если вы видите, что он без конца заворачивает руки, без конца он готов спрятаться от этого мира. Ничего хорошего не будет. Так, да, держите. Все. И вот видите, голограмма все время идет, или она вверх, или наружу смотрит. Тоже для того, чтобы потоки были односторонними, а не в разные стороны. Угу. Так, теперь вот левой рукой доставайте. Левой, нет, из-под себя. Левой рукой из-под себя, из-под попы. Да. Ага. Забыли уже. Там удобно, так что забыли. Не-не-не, все, лежите. Вот, да, вот так вот. Ага. Просто держите. Так, голограмма туда. Ага, все правильно. Вот, то есть перекрестный. Вот то, что я только что закончила, это была реполяризация. Методика реполяризации. То есть вы привели в баланс только что весь организм. Вот это идут перекрестные позы. И заканчивается реполяризация тем, что медный берется в правую руку, а цинковый в левую руку. Вот теперь я показываю сразу же, не заканчивая, перекрестную позу. Перекрестные позы, они мощнее действуют, они еще более такие сильное воздействие оказывают. Вот. Но вот это единственные позы, когда в левой руке находится медный цилиндр. Только при перекрестных. И вот при перекрестных позах медный ходит по левой стороне, а цинковый по правой. А так вообще ни в коем случае не должно быть вот цилиндра в левой руке. Только при перекрестных позах. Ощущение как? Ну вот дело в том, что он в ботиночках, а когда человек без ботинок, и шевелятся пальчики, да? Угу. Ну, в общем, вот видно шевеление пальцев, когда идет вот такая вот перекрестная. Теперь в пах кладите.
Да, да. А ладошку наружу. Угу. Вот. Так. Сейчас снова. Теперь вот сюда. Вот видите, все время по левой стороне, а этот по правой стороне. Сюда. Угу. И сейчас вот видите, наоборот будет. Больше ощущений в левой ножке. Также ладошечка кверху. Ага. Ну, должно быть вообще вот так вот, но тут съезжает. Ага, не, нормально, ага, хорошо. Если съезжает, можно на плечико положить, все равно оно будет работать. То есть мы проработали нижний этаж, теперь верхний этаж перекрестка. Вы знаете, что движение движется по восьмерке у нас. Вот мы как раз запускаем эту восьмерку и прорабатываем. Ладошечку вверху. Никуда не делись, очки на месте. Так. Заканчиваем. Вот, собственно, вот больным я делаю вот такой вот сеанс. После иглоукалывания очень ускоряется процесс выздоровления. 3 раза быстрее получаешь хороший результат. Сейчас, минуточку, я... Тут еще у меня вот Наталья Борисовна, она давно тоже пользуется, она просто про свои результаты расскажет, ей уйти надо. Все, теперь вы можете встать. Не-не, вместе их никогда не кладут. Вот это получается плюс, это минус. Плюс с минусом вместе соединять нельзя. Поэтому вот мешочек, в котором лежат цилиндры, он разделен, видите, тканью. Они изолированы друг от друга. Их не кладут вместе. А вы на ручки давайте, возьмите так. Правую ручку, да-да-да. И в левую ручку. Вот, вставайте вот таким образом. Левая ножка. Вот. Это вот поза фараона. Очень хорошо видно, демонстрировать. Левая ножка впереди, правая чуть-чуть позади. И вот в этой позе, если подольше быть, вы начнете двигаться по эллипсу. Ну, в буддийских практиках это называется поза дерева. Очень лечебная поза, которая очищает организм и приводит в баланс организм. Вот, собственно говоря, с помощью цилиндров это очень трудно получается, если люди занимаются годами, иногда нарабатывают, а вот с цилиндрами это быстрее может получиться. Ощущаете, что вас водить начинают? Ну, сейчас вы немножко сдерживаете, а вот вообще-то начинает водить и потом просто водит по эллипсу, по часовой стрелке. Ну вот, спасибо вам большое за демонстрацию. Скажите свои ощущения, что вы как после себя чувствуете? В принципе, воды свежей попил. Воды свежей попил, хорошо. Ну, вообще, я просто человек еще не знает этого. Вот сегодня он успеет больше, чем во все другие дни. И не устанет. Вот это чувствую сразу и все. Ну, а вот сейчас я еще хочу, чтобы уйти должна моя помощница Наталья Борисовна. Вот. Она пользуется где-то тоже с 2003-2004. Да. Я познакомилась с ними впервые в 2000 году. По поводу болезни дочери младшей. Старшенькой, тогда единственной, обратилась к Людмиле Ивановне. Ей шел 7-й год. До этого приела цистит. Почечный колик. Тогда в 6 лет девочка вот так вот ходит, скрюченная. Я не врач, я учитель младших классов. В общем, все плохо, обратилась к Людмиле Ивановне как к доктору. И
И произошло то, что я приготовилась утром рано, 39 температура, я приготовилась опять бессонную ночь, но опять приступ почечный какой-то. И Людмила Ивановна, давай попробуем, их можно с 7 лет детям. И сделала сеанс, вот это вот плачь логопеда, слово много сложное, репарализация. Репарализация, вот. Да. И крест-накрест, это все сделалось, ну, 7-й год, что мы видим. Сейчас ей 20. В общем, ребенок говорит, ребенок же не врет, он говорит, у меня какой-то шарик поднимается. А там ребенка опущенная почка была, на где-то 3,5-4 сантиметра. И она потом встала на место. Короче говоря, я приготовила бессонную ночь, как было в каких-то там, на несколько суток. К вечеру просто 39, 36. Ребенок по трехколесному велосипеду по глухому квартире катается. Это просто то, что было у меня, как у мамы. То, что было у меня 4 месяца, все, они со мной, они периодически у меня в сумочке. Действительно, когда они тяжеленькие, но когда они успевают, все, то, как я сейчас работаю, поток поймать успеваешь точно. Все вовремя приходит, маршрутки и так далее. Но это ладно, это так. Побочный эффект очень удобный. Что произошло дальше? Вот 4 месяца назад, мы давно уже, лет 6 с Ивановной не виделись, но она вчера позвонила, и все сложилось так, что я смогла сюда прийти, значит, надо было увидеться. Так вот, организм, мы начинаем болеть. И мы говорим, я себя плохо чувствую. Вот с этого всегда начинается любая болезнь. Если вы что-то в организме плохо чувствуете, нужно восстанавливать чувствительность. Только здоровый орган чувствителен, он нормальный, это должно быть от природы. Тогда мы можем управлять с помощью своих ощущений, своим организмом правильно, своими внутренними органами даже. А если мы не чувствуем, значит мы не здоровы. Уже начинается нездоровье. Нам еще диагноз не поставили, но оно уже началось. Поэтому, если мы не чувствуем, значит, вот у нас все хорошо. Если вы хотите оставаться здоровыми, даже для профилактики, очень полезно все-таки стать человеком, чувствующим очень хорошо свое тело и свои органы. Лучше вы не чувствуете. Это очень полезно вообще для жизни. Да. Нет. Вот. Поэтому, вот, кроме того, вот у меня был еще один помощник, он как раз снимает, Константин Козлов, он как раз вот плохо чувствующий. Сейчас он все равно чувствует лучше, я точно знаю. Да. Вот. Ну и тоже на своей семье, на себе попробовал, и, например, ему там где-то что-то читать негативное про этот прибор, абсолютно все равно, что там кто напишет. Вот. Поэтому совершенно не уже не поверят, потому что они знают, что это работает. Вот. Что-то, может быть, я еще не сказала, и кто-то что-то хотел бы узнать, а где найти вас? Мне найти, я дам визитки с телефона. Вот. Я вообще работаю гинекологом в психбольнице, а так у меня сотовый телефон, я не дать. Вот. Вот это раз, все сейчас. Вот. Что-то еще кто-то хотел спросить? А по стоимости, скажите, сколько стоят цилиндрики? Ну, в общем-то, вот последняя цена, по-моему, 7500. Я, видите, они периодически дорожают в связи, он очень редко повышает цену. Просто здесь нужна такая токари высокого класса, электричество обязательно. Поэтому аренда помещения, это все растет, и, соответственно, цена. Мы покупали самые первые, по-моему, 2,5 стоили, но это было в 2001-2002. Себестоимость изготовления такая, да? Стоимость изготовления, аренды, электроэнергии, материалов. Материалы, вот я вам говорю, чистая медь и чистый цинк. Вы знаете, что цветные металлы дорогие. Потом, я так немножко секретик открою. Здесь не просто графит, здесь шунки. Вот. Поэтому, как бы тоже это так просто нигде не возьмешь. Вот. И достаточно кропотливая работа по укладке вот этих вот материалов послойно. То есть там они должны быть определенной толщины. Вот. Поэтому того стоит. Еще только я не сказала, во времена фараонов эти цилиндры у фараонов были золотые и серебряные. То есть медный, который, это было из золота, а серебряный это тот, который цинковый. Вот. И, в общем-то, у нас в России только одна женщина такими владеет, которая вот смогла заказать золотой и серебряный. Вот в книге об этом написано. Спасибо большое, Людмила. Я сейчас скажу, что если кто-то хочет приобрести книги, вот мы принесли 15 штук, можете подойти. Книга стоит 60 рублей. Спасибо большое.